Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Mazda CX-5 в красном цвете 2012 года выпуска на бензиновом двигателе объемом 2 литра, мощностью 150 лошадиных сил, а КПП полный привод. Автомобиль на хорошей резине литых дисках, имеется спойлер, парктроники, камера заднего вида, ветровики, повторители в зеркалах, бесключевой доступ. Пробег автомобиля 147 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Салон кожаный, чистый, ухоженный, не прокуренный. Имеется мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, подогрев передних сидений, мультируль, айстоп, контроль полосы, электрорегулировка передних сидений, 4 стеклоподъемника, электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП. Шестьдесят пять, 74, 68, 74, 68, 72, 72, 72, 72, 63. 59. Наличие и актуальную цену данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.